И к другим темам. Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским Союзом на новом этапе. Поиск новых подходов и механизмов. Международный круглый стол на эту тему прошел в столице. Инициаторы мероприятия – Центр исследовательских инициатив МАНО и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. К диалогу пригласили экспертов нашей страны и стран ЕС. Детально о рассмотренных ими вопросах Ольга Русакова. Данный форум свидетельствовал о признании мировым сообществом успеха проводимых в Узбекистане реформ. Формат мероприятия позволил его участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, включая региональную безопасность, развитие экономики и привлечение инвестиций, налаживание новых форм партнерства в образовательной сфере. При этом в процессе поиска прогрессивных точек роста стороны подчеркнули необходимость использования уже имеющегося опыта. Отмечалось, Узбекистан является для Европейского Союза ключевым государством в регионе. Озвучивались и планы, касающиеся заключения расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС. Оно позволит укрепить взаимодействие в целом ряде областей от образования до экономики и безопасности. Мы наблюдаем все больше интерес мирового сообщества к Узбекистану. Он возрастает прямо пропорционально динамике проводимых в республике реформ, модернизации всех сфер жизни страны. В ее экономическом развитии мы видим все больше стабильности, а во внешней политике – открытости. Стороны проанализировали текущее состояние, а также перспективы Узбекистана и Евросоюза в области развития транспортных связей, торговли, инвестиций, а также высшего образования. Отмечалось, что экспертное обсуждение и оценка состояния двустороннего сотрудничества в контексте происходящих политических, экономических и социальных процессов в регионе являются важным элементом формирования совместных подходов для решения ключевых вопросов в этой сфере.